Скажите, пожалуйста, что перемещается? Волны на воде, поперечные волны, но масса воды не перемещается. А что перемещается в электромагнитной волне? Они ведь тоже поперечны. Мы когда-то на какой-то лекции выдумали сказку «Электрическое поле». И эта сказка описывается функцией косинуса. На самом деле, если говорить о сегодняшней точке зрения, вообще ничего не перемещается. А есть некоторый математический рецепт вычислить интерференционную картинку, не более того. Ну, если у вас вы мигаете светом, то информация передается, в некотором смысле энергия передается. Пока мы говорим на языке волновой оптики, да, волна с собой несет энергию, которая вот передается электрическим и магнитным полем. Но потом придется от этих понятий уйти очень скоро, к сожалению. Это в одной из ближайших лекций? Да, вот в следующий раз уже хочется рассказать о том, что волн-то нет никаких на самом деле. Так вот.